На очередном заседании Тверской городской думы внесены поправки в муниципальный бюджет текущего года. Народные избранники направили средства на зарплаты бюджетникам, содержание дорог и безопасность школ. Подробности далее. Внесение изменений в городской бюджет связано с решением неотложных задач. Городская казна получила дополнительные средства от продажи имущества в размере 34,2 миллионов рублей. Кроме того, уточнен объем межбюджетных трансфертов по ряду статей. В связи с этим в ряд муниципальных программ были внесены изменения. Большой объем средств направляется на оплату труда работников бюджетной сферы образования, культуры и спорта. Мы изменяли доходную часть бюджета с целью выплаты по увеличению МРОТ. Надо было это сделать быстро, в силу того, что зарплату мы должны своевременно платить. Средства нашлись в доходной части в 34 миллиона. И кое-что сэкономили, вот направленные на очень нужную вещь. Отдали отрасли образования для выплаты МРОТа в том объеме, в который сейчас он запланирован. Дополнительное финансирование в размере около 4,6 миллионов рублей выделено на обеспечение безопасности в школах. Большая часть этих средств будет направлена на установку электрозамков и домофонов. Еще часть денег отправят на монтаж системы видеонаблюдения в школе номер 41. На монтаж системы экстренного оповещения в Тверском лицее направят 298 тысяч рублей. Средства выделены на благоустройство территории школы номер 18. 10 миллионов рублей направят на содержание дорог. Как отметил председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев, все изменения, которые приняты в бюджет, имеют социальный характер. Основные изменения, это, конечно, у нас в социальной сфере. Нам прошло индексация зарплаты, это в детских садах, в школах. Остальные, которые были передвижения, это связано в основном, опять же, с социальной сферой, это связано с обеспечением безопасности в школах. Также корректируются расходы на 2023 плановый год. Предполагается направить средства на укрепление материально-технической базы школ, детских садов и загородных лагерей. Но непосредственно верстка бюджета на следующий год и рассмотрение документа депутатским корпусом начнется в ноябре.